Доброе утро. С вами юрист Николай Попов. Помните, что ваше право можно защитить. Меня сбила машина, но переходила дорогу я не по зебре, так как на выездах из дворов зебру не рисуют. Могу ли я что-то требовать с водителя в качестве компенсации, ведь в результате ДТП у меня сломана нога? Если вы переходили дорогу в жилой зоне, во дворе или пересекали выезд из двора, водитель виноват в ДТП, и вам причитаются все выплаты. Это и компенсация вреда здоровью, и моральный вред. Кроме того, если водителя не привлекают к административной ответственности, то вам следует подать жалобу на действия сотрудников ГИБДД. В случае, если будет установлено, что вы действительно виноваты, вам полагается выплата в виде компенсации морального вреда за счет водителя. Это связано с тем, что водитель управляет источником повышенной опасности, а значит несет дополнительную ответственность. Поэтому закон устанавливает выплачивать моральный вред даже при отсутствии нарушения правил дорожного движения со стороны водителя. Обращаю внимание, что при определении размера компенсации суд учитывает степень вины водителя, поэтому бросаться под колеса автомобилей с целью наживы ни в коем случае нельзя. Тем более, что такие действия пешехода могут привести к привлечению ответственности его самого. Задавайте ваши вопросы по телефону, который видите на экране, с 10 утра до 7 вечера. Также вы можете посмотреть этот и другие мои ответы еще раз на сайте 1obl.ru в разделе телепередачи «Наше утро». И хорошего вам дня!